Как поведут себя европейские соседи Испании, если мятежная Каталония в одностороннем порядке объявит независимость? Французские власти суверенитет Каталонии признавать не собираются, о чем в телеинтервью заявила министр Франции по отношениям с Евросоюзом Натали Луазо. Если бы независимость и была признана, хотя об этом сейчас речи не идет, первым следствием этого стало бы автоматическое исключение Каталонии из состава Евросоюза. Дебаты об отношении властей Великобритании к ситуации в Испании прошли в английском парламенте. Премьер и лидер консервативной партии Тереза Мэй настаивает на верховенстве испанской конституции. И я, и все уважаемые члены парламента, мы все хотим мирного разрешения данной ситуации. Но позиция моего кабинета ясна. Испанское правительство имеет полное право действовать согласно конституции страны, а все стороны должны оставаться в рамках закона. Более сдержанную позицию выразила глава правительства Шотландии Никола Стёрджен. Параллели с шотландским референдумом о независимости 2014 года она проводить не стала. Не Шотландии указывать, быть ли Каталонии независимой или нет. Думаю, это должен решить каталонский народ. Мадрид заявил, что референдум, проведенный 1 октября, вне закона. Я уважаю эту позицию, но если так оно и есть, то теперь необходимо выяснить, как же народу Каталонии в рамках закона выразить свое видение будущего.